дедушки живу, я у дедушки живу. Мама с папой ходят в гости к нам. Стало модным одного малыша иметь всего, да и то подкинуть старикам. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? Шоколада полный дом, мармелада полный дом, власть игрушки не куда давно. Чтобы я счастливым рос, настоящий куплен пес, он, конечно, очень славный, но у меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? Хочет бабушка вязать, хочет дедушка поспать, я один слоняюсь по двору. Жалко, что без мамы, папы человек не может сам брата завести или сестру. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на